Нет, нет, конечно, мы там, в отличие от того, что было 20-30 лет назад, мы не выпадаем из самого пространства, потому что, во-первых, сейчас распоряжением экипажа есть такая вещь, как IP-телефония, то есть мы можем спокойно в любой момент, когда у нас есть время и зона связи со спутниками, или через спутниковое, звонить на Землю на любой телефон, стационарный, мобильный, спутниковый, что очень важно, бесплатно, 8 минут уже, это все платят нас, американские налогоплательщики. Вот, и говорить с родными, с близкими, с друзьями. Я вот, например, там жене имел возможность позвонить утром, сказать доброе утро, вечером сказать спокойной ночи. Да, из космоса. А еще из меня она попадала в разные такие интересные ситуации, когда мы с ней разговаривали по телефону, она сидела рядом с таксистом, когда ездили в такси. Так, и человек долго не мог поверить в том, что при нем разговаривает с космосом, а когда он об этом услышал, он там чуть аварийно случился, просто бросил руль, говорит, в оцепенении сидел несколько секунд. Семейная история. Вот. Давайте продвинемся до конца.